Всем привет! Сегодня у нас большая будет распаковка. Здесь получается много посылок и несколько из них из большинство посылок из товаров раздела $1 Gear Best. Одна посылка точно вот эта вот, это AliExpress, это заказывала что-то себе племянница, тоже мы ее посмотрим. Остальные все это Gear Best, и в основном это все товары из раздела $1. Ну давайте вначале мы все вместе распакуем, посмотрим сверху на все и потом по отдельности все ближе порассматриваем. Итак, давайте, поехали. Так, вот такая вот гора получилась. Вот что-то подпадало. Сейчас давайте я все разложу и по порядку будем уже смотреть. В общем, немного разложил, так, чтобы понимать, что где. Ну, а сейчас буду, наверное, все-таки откладывать, что мы уже посмотрим. Буду откладывать, чтобы оно здесь нам не мешало, чтобы мы понимали, что мы уже посмотрели, а что нет. Итак, первое. Вот это вот пришло, это с AliExpress. Это... Я так понимаю, помада для губ от обветривания или что-то такое. Вот так она открывается. И вот такой вот шарик. И он реально очень, очень вкусно пахнет. Здесь написано Romantic Beer. Вот. Но запах, я даже не знаю какой. Ну, как карамель какая-то. Но, блин, очень вкусный запах. Так и хочется лизнуть. Я не знаю... Вот, как он называется, этот запах, как его описать. Вот такие вот надписи здесь. Вот, ссылка будет в описании. То есть, можете по ссылке перейти, посмотреть вообще детальнее, что это такое. Вот, это, ну, племянница себе заказывала, поэтому я даже не знаю, что это, не подозреваю, что это такое. Вот, далее, откладываем. Далее у нас, давайте начнем с более габаритного, а потом уже перейдем к более мелкому. Игрушка, это все из $1. Это игрушка... Ёжик, вот такой у него пушок с ним был в пакетике. Вот, вот так вот он выглядит. Неплохой ёжик, неплохая игрушка. Это можно в машине повесить на присосочку или куда-нибудь еще. Вот, такой, он приятный на ощупь, гладенький. Ну, мы, наверное, его ребенку отдадим, пусть играет с ним. Будет у него еще один друг. Морской котик есть и будет еще ежик. Ежик красивый, все качественно сделано. Материал такой, нить она такая скользкая немного, вот, но приятная на ощупь. Вот такой вот ежичек. Давайте пошли дальше. Давайте с этой стороны вот так будем. Сразу отложу вот эти вот зубочистки, они уже были несколько раз, я накупил сразу, пока идут акции, накупил, пока не закончились они на магазине, набрал себе там. Вот, черепашка-ниндзя, я их купил несколько, но они, два по-моему или три я покупал по распродаже, но они так и не дошли. И вот это я купил, эту черепашку купил уже... в составе $1, то есть поскольку уже набирал пакет, вот, сразу взял черепашку-ниндзя. История, я думаю, уже многим известна о том, что я сыну обещал накупить черепашек, этих вот накупил, и вот они постепенно приходят. Ну, мешает для того, чтобы ставить нормально, мешает вот так, ну, нельзя, можно попробовать вот так ставить. А так, если поднять руку, мешает голова. Можно повернуть. Вот, вот такой вот черепашка. Пластик хороший, все прикольно. Лампочка у него во рту немножко, она криво, не симметрично. То есть не прям между
Хотя, может, и симметрично, может, за счет вот этого укорочения улыбки, что здесь рот длиннее, а здесь короче, и может из-за этого и кажется так. Отсек защита батареек вот здесь находится, вытягиваем ее. Вот так вот он играет. Пока вставим, отнесем ребенку, будет очень рад. Вот, черепашка-ниндзя. Откладываем. Далее, давайте вот такая вот штука. Это я взял тоже на пробу. Я давно их видел, их продают целыми наборами для закрытия мисок и тарелок. Сейчас мы ее посмотрим, и я схожу, откроем, посмотрим, и я схожу, возьму какую-нибудь миску, или давайте попробуем на чашке. Вот, я придумал. Попробуем на чашке. То есть силиконовая, идет она на такой штуки, вот она силиконовая, отклеивается и очень хорошо тянется. То есть для того, чтобы закрывать тарелки с едой герметично. Итак, для испытаний взял чашку. Вот, я думаю, что и чашка вполне сгодится нам для испытаний. Вот, в принципе. Натянуть. Что-то упало, в принципе, да, отлично, все закрылось. Ну, единственное, что вот здесь вот пропускает воздух, проходит. То есть здесь мы берем и немножко поднатянем. Все, и теперь все закрылось, все герметично. Такой звук получился. Можно барабан делать, купить несколько штук, натянуть на разного размера тару, и будут барабаны такие. Классная штука, мне очень нравится. Далее, вот у нас такие вот носочки, посмотрим. С котиками, женские носочки. Очень гладкий такой, сверху гладкая нитка, вот. Тянутся очень хорошо, я думаю... Жене подойдут, я сделаю фотографию, потом видео вложу, как если они на ногах, подойдут или нет. Вот, ну, выглядят вот так они. Вот, ну и состав, что-то состав, ага, 80 полиэстер, 17 катон, 3 спандекс. Вот такие вот носочки. Откладываем. Далее, вот такая вот штука для замера, размера талии. Или любых там округлых вещей. То есть принцип, вот, вытягиваете, и кнопочка затягивается обратно. То есть вытянули, оно зафиксировалось. Кстати, сделано из обычного дешевого пластика, но сделано очень красиво и качественно. То есть, ну, и работает все. Слышите, каким щелчком. Вот. Все быстро заехало. Вот, ну суть какая, то есть мы вытянули, вставили сюда, вот, и смотрим, сколько у нас размер получается. Давайте запястье, то есть обтянули, вокруг себя обтянули, нажали кнопку, оно подзатянуло все, и мы видим... Какой размер? То есть талию можно мерить. Сейчас замерю талию себе. Не буду показывать, это страшно. Но первое, что я заметил, это то, что с наружной стороны какие-то непонятные цифры. Вот. А сантиметры, которые привыкли мы, они внутри находятся. То есть это, я так понимаю, дюймы, наверное. А вот сантиметры, они внутри. То есть для нас, для... Тех, у кого измерение, единица измерения сантиметры, не совсем подходит она, потому что, ну, как бы можно и работает все, то есть можно посмотреть внутри, но не совсем удобно, потому что она внутри, а мы же привыкли, ну, как бы здесь нужно смотреть снаружи, а циферки внутри нужно будет заглядывать. Но вещь классная, то есть и мне реально очень понравилось, и будет практичная, и в хозяйстве всегда такая вещица пригодится. Будем весной бегать, уменьшать талию. Итак, кроссовки уже Xiaomi я купил, тоже будут или уже вышли в обзоре. Давайте посмотрим, что это такое.
Это такая вот силиконовая заглушка для бутылок. Вот. Тоже взял, ну просто закинул. Вот. Не сильно оно практично сделано. Качество не фонтан вообще. Ну, не советую брать. Уже взял. Хренюшка это. Вот. Эти плохо насаживаются. Ну, как бы, в принципе, можно попробовать. Но я не советую. Я не знаю, где я буду или вообще использовать эту штуку. Вот. Мне она не особо понравилась. Как вы думаете, что это? Я сам не догадываюсь даже. Магниты. Этот магниты очень-очень маленькие. Это уже второй раз я покупаю такие маленькие магниты. Один раз купил у нас и не посмотрел на сантиметры. И они очень-очень маленькие. Вот такие вот. Смотрите, крошки вообще. Вот такой вот ряд. Ну, это на подделке ребенку или куда-нибудь, знаете, можно... себе, можно в кубик Рубика, допустим, их добавить. Вот, ну, в общем, область применения большая. Но они очень-очень маленькие, поэтому будьте внимательны, когда заказываете. Ссылка будет в описании. Вот такие вот очень-очень-очень крохотные они. Но хорошо держат, магнитятся неплохо, учитывая, что маленькие такие. Вот для сравнения взял батарейку пальчиковую, мини-пальчиковую, то есть они меньше даже вот этой штуки. Но, кстати, можно интересно делать подделки. Вот знаете, когда клеят магнит здесь, снизу, сверху ставят пружинку, и она крутится вокруг батарейки. То есть такие вот фокусы благодаря вот таким магнитикам можно будет делать. Вот. В общем, доволен я. Далее, купил вот такой вот стопак. Я их уже рассматривали неоднократно, я их купил несколько, и пока еще не дошел один, я купил вот этот второй, получается, пришел первый, и я понял, что зря я заказал второй. Сделан он, посредственного качества, уже у нас он был в обзоре, давайте распакуем, посмотрим, как он блестит, как он мигает, точнее. Вот, вставляем две батареечки. Снимается крышка. То есть не очень качественно они сделаны. Вот даже батарейку вставить не могу. Вот. Вот так крышечка закрывается. Где у нас тут включение? И вот он как горит. Вот, прикручивается к велосипеду вот такой вот штукой и просто захлопывается. Вот, не нравится мне то, что здесь батарейки, и не нравится мне то, что он такой, ну, я бы, вот, уже эта штука спадать будет сама, вот она улетела, то есть она будет на велосипеде слетать. Вот, поэтому, ну, не фонтан вообще, лучше... Лучше, если вы увидите где-то вот такую вот штуку. Вот это вот классная. Была у меня в обзоре и красные, и белые. Вот. Их советую однозначно. То есть вместо сапога, вместо вот такого вот стопака, лучше взять вот такую. Горят ярко. Батарейка у них здесь. Батарейка встроенная. Заряжается от USB. Вот. Немного меньше. Ну, вот она вот намного мне больше нравится, чем вот эта вот штука. Вот, откладываем. Далее, вот такой вот метр маленький. Маленький-маленький метр. Вот, последнее время их там были по акциям, по разным. И давайте посмотрим. Вот, тоже сантиметры и футы, или что это. Давайте посмотрим максимальную длину. Фиксатора тут нету. То есть зафиксировать, чтобы он не заезжал обратно. Поэтому... Давайте, ой, рукой, вот, и так, получается, 1.2 метра, либо 40 дюймов, 40 дюймов, да, или футов, в общем, второй
Да, футов. Здесь есть засечка, футы. То есть снизу сантиметры, сверху футы. Вот. Такая вот прикольная штука. Ну, это классная вещь. В хозяйстве всегда пригодится. Можно на брелочке. Вот, всегда с собой носить, допустим, или в машине кидать. Иногда бывает в магазине, там нужно что-то замерить, а нечем. Классная вещь. Вот. Качество неплохое. Пластика. Ну, такое. В общем, своих денег стоит. Дальше, что-то у нас вот такой вот белой коробочке. Ага, еще один фонарь. Коп или как-то так он. С магнитом. Вот здесь магнит. Магнитит неплохо. Но отпадает. То есть недостаточно хорошо, чтобы примагнититься. Тоже батарейка здесь внутри есть. Карабинчик. Давайте. Вот получается здесь включение. Вот, давайте откроем, запустим. Батарейка на месте. Вот такая вот заглушечка. Так, закрываем крышечкой и включаем. Так, где включается? О, ничего себе, хорошо светит. Сразу ослеп, чуть не ослеп. Так, ага, есть режимы. То есть был только что яркий. Стробоскоп. Яркий получается, чуть слабее. И стробоскопик. Отлично вообще, то есть, ну класс, можно повесить куда-нибудь на сумку, на карман, вообще бомба, носить с собой. Также можно примагнитить, учитывая его стоимость, ну, бомбовое приобретение, я дал. Вот, питается от двух батареек, получается, CR2032. Дальше. Дальше давайте вот с такого габаритного возьмем дуршлаг. Дуршлаг сделан как из пластика, то есть он гнется, но пластик пищевой, наверное, потому что это дуршлачок варенички доставать, пельмешки. Сделан, ну, очень качественно, мне очень нравится, даже заусенок нету по шву пластика, как обычно там, да, которые сопутствуют все дешевые товары. Ага, нашел заусенку одну, вот. Но она одна на весь дуршлачок. Сделана очень прикольно, качественно, вот так вот. Может быть, когда-нибудь досниму еще, как достать пельмешки ей. Бомбовый дуршлачок. Очень мне понравился. Походу, еще одна такая упаковочка. Скорее всего, опять же, эти магнитики, только немножко больше размером, по идее, должны. Это я в другой посылке уже заказывал. И с другими, там, по-моему, 8. Ух ты, они вообще не снимаются. Вообще крепкие-крепкие. Они, получается, тоньше, но больше диаметра. Да, ну, диаметром они больше, а вот по высоте тоньше или нет, ну, вряд ли. Ну, магнитятся очень хорошо. Лучше, чем те, которые маленькие, поменьше. То есть, намного лучше. Классные магниты, вот, для сравнения. Давайте батарейки. Диаметр как у пальчиковой батарейки. Чуть-чуть меньше. Это 3А мини-пальчик. Магнитиками очень доволен. Их, ну, область применения просто огромная. От подделок на холодильник можно вешать. Эти магниты, они хоть и маленькие, но, допустим, если сделать рамочку небольшую для фотографий, повесить по углам 4 магнитика, то они будут очень держать намного лучше, чем вот эти магниты, которые продаются у нас, да, с фотографиями уже готовыми или рамочками, там, сувенирные. Вот. Наверное, еще закажу себе вот таких вот побольше. Тех маленьких совсем не буду. Тех будет достаточно, там область применения уже, мне кажется. А вот эти вот, наверное, все-таки еще нужно будет, да, заказать. Очень хорошие. Видите, с расстояния магнитятся. Магнитиками доволен. Поехали дальше. Вспомнил, зачем я покупал вот эти вот маленькие магнитики. То есть мы берем отвертку, которая не магнитится, вставляем туда внутрь магнитик, и все, теперь у нас магнитящаяся, так, не к магниту, допустим, а теперь у нас магнитящаяся отвертка. Вот, сейчас я возьму второй набор, у меня тоже там не магнитятся они.
И вот мы сможем теперь сделать примагнитившиеся. Причем удобно то, что бывает, вот он здесь прилип. Вот, бывает, что нужно, не хватает длины вот этой вот, которая была подлиннее, да, то есть что не пролазит вот это вот основание. И мы можем сделать вот так вот, допустим. Так. Это я много взял. Вот, и уже удлинили, и если нам еще не хватает, еще чуть-чуть можно удлинить. Вот, вот так уже. Чуть-чуть меньше, чтобы... Вот. И теперь у нас немного пошатывается. Давайте уберем еще две штучки, чтобы было стабильно. Вот, у нас теперь есть нормальная, чуть-чуть длиннее отвертка с магнитом, то есть примагничивает болтики. Как вариант области применения вот этих маленьких магнитиков. Итак, поехали дальше, уже немножко осталось. Вот такая вот коробочка у нас, и здесь у нас вот такой вот грибочек. Симпатичный грибочек, давайте коробку посмотрим. Коробка рассыпающаяся, самая простая. Вот, и давайте посмотрим, как грибочек наш будет светиться. Светится получается, ага, и меняет цвет. Самостоятельно меняет цвет, то есть, ну, не на касание, ни на что, просто ставим такой вот маленький светильничек ребенку, как ночничок можно использовать. Прикольный грибочек, класс. Далее вот такой вот набор пластиковых игрушек. Я их, наверное, распаковывать не буду, я их подарю племяннице. Вот посмотрите. Вот такие вот пицца получается, чашечка, две сосисочки, они мягенькие, картошечка фри, вот, и гамбургер получается, гамбургер, и дощечка, ложка, да, или что это у нас, ложка и мороженое. Мороженое на липучечке прилипает. А ну, хот-дог тоже с липучечкой или без? Хот-дог без липучечки. А, еще буханка хлеба здесь. Такая плетеночка. Вот. Вот такой вот набор. Пластик, видно, хороший. Легкая очень, но очень крепкая. То есть ребенку будет очень классно. Я распаковывать полностью не буду, для того, чтобы можно было его подарить. Вот. Пакет классно, кстати, сделано. Очень-очень так неплохо. И пакет не обычный такой вот фуфляцкий, а такой хороший. Вот. Жалко, он здесь просто не открывается. Можно было бы посмотреть детали. Ну, ладно, и так сойдет. Откладываем, поехали дальше. Дальше давайте вот с этой штуки. Это у нас самолетик, рогатка какой-то или что. Так вот выглядит упаковка. XM1606. Вот. Ага. Имеем наклейки. Имеем пенопластовая такая штучка, ну, моделька самолетика. Вот. Ее мы продеваем в такой вот самолет. Тут есть диодик, причем включается. Ух ты, крутень какая вообще. Вот. Давайте засунем. Так, правильно я его вставляю. Вот, продел, пока не приклеивал ничего. Вот так это выглядит. Наклейку, наверное, здесь надо наклеить с этой стороны, чтобы не видно было так эти вмятины, которые здесь есть. Вот, потому что с другой стороны она более-менее хорошо выглядит. Вот, имеем мы рогатку. Рогатка продевается, резинка через вот эти... такие крючки. Ну и как там по инструкции, где инструкция. Вот, ну, в принципе, наверное, вот так это делается. И далее вот здесь такой крючок, мы включаем свет вот через этот крючочек, продеваем и полетели. Тю! Вот.
Резинку я еще неправильно одевал. Вот она вот здесь специально такая штука. То есть мы через нее одеваем. Вот. Вот. Вот так вот это получается. И теперь можно стрелять. Очень классный прикол. Будем с сыном развлекаться, в общем. Наклейки наклеим. Эта штука мне понравилась. Дальше, совсем чуть-чуть осталось. Вот эта вот штучка. Такой. Давайте посмотрим. Легкая, очень легкая. Дешевый пластик, дешевый шнурочек. Но я надеюсь, будет работать. Так, USB 2.0, 4 порта. То есть мы это втыкаем в куда-нибудь в систему. И это переходничок вот такой. Все очень сделано дешево. Но с виду качественно, то есть придраться не к чему. Ну вот здесь вот щель, да. То есть можно смотреть, здесь гладко, потом идет щель. Вот здесь вот болтается этот провод. Вот. И немного такой запах есть резины. И проводок очень дешевый. Сразу, ну, по нему видно невооруженным взглядом. Макс. И непонятно. Non-PVC. 2D. 20 вольт. 4 ВМ. В общем, непонятно, что написано на нем. Вот такая вот штука. Пригодится. 1 метр, 4 порта. Вот такая вот. Откладываем. Вот, осталось совсем чуть-чуть. Давайте вот с этой штуки начнем. Тоже она из дешевого пластика. Сразу видно, здесь она примагничивается. Да, то есть доводчик. И получается, мы его где-то клеим. Да, то есть это, ну, на разрыв цепи получается сигнализация. Где у нас здесь вставляются батарейки? Батарейки 2 АА батарейки нужны. Такая пищалка, конечно, обычная. Но в хозяйстве должна пригодиться. Вот. Ставили 2 батарейки. Вот она вместе. Включаем. Ничего не происходит. Открываем окно. Закрыли окно. Причем это она примагничена, немножко примагничена, то есть. Очень прикольная штука. Здесь тоже щель. Давайте, подождите, выключу. Вот, сделано все дешево, но работает. И работает неплохо. Звенит оно не слишком громко. Вот здесь у нас щель такая. Давайте попробуем закрыть немножко. Вот, но работает и может вполне пригодиться, если вы там отпугнуть какого-то, если нет возможности сигнализацию провести. Вот, далеко уезжаете, на окна или на двери можно повесить. Или если у вас, допустим, там бар, или где-то в тумбочке нычка конфеток, ребенок полез туда конфетку стырить, можно применить. Вот, классная вещь, мне нравится очень. Вот, может быть, еще одну закажу. То есть пригодится в хозяйстве по-любому, применить куда найду. Вот. Так, наклейка, она здесь еще приклеена, наклейка неровно приклеена, вот эта вот сама бумажка, но это не суть. Итак, дальше у нас вот такая вот штука, тоже с батарейками. А я, где я батарейки делал? Оставил, что ли, там? Да. Так. Итак, дальше открываем, смотрим, здесь 3 обычных, наверное, пальчиковых батарейки, не мини-пальчиковые, а пальчиковые обычные должны быть. Сейчас найдем. Ставил батарейки, она сразу замигала, то есть вот здесь, я так понимаю, выключается она, да, здесь и включается. Просто включает, выключается. Вот, и смотрим, крышечку пока не закрываем, вот эти вот штучки мы сюда вставляем.
Вот. Ну, сделано оно, вот, видите, кончики сразу начали гореть. Ну, такая лампа прикольная. Можно использовать как украшение интерьера. Пластик все дешево. Вот, есть заусеницы, причем так много их достаточно. Вот здесь по ободу. Не знаю, камера захватит. Нет, давайте выключу. Может, так лучше будет. Да. Вот здесь цепляются пальцем. То есть, вот. Но учитывая цену, класс, вообще класс. То есть, хотите себе дешево вот такую лампу поиграться. Допустим, видели, где-то есть дорогие. Вот как она засветилась цветом другим. Красный и зеленый. Оно меняться она будет. Не меняется, а ну выключить. Ага, то есть она меняет режимы, когда мы ее выключаем, включаем. Меняет цвета. Причем сейчас работает только одни. То есть видите, вся она не работает, кусочек только работает. То есть теперь второй кусочек. Теперь два работает. Теперь тоже два работает. Вот, теперь тоже два, только как-то... А, нет, тут они как-то в разнобой теперь работают. В общем, много режимов. Вот, покажу вот так, лучше будет видно. И тут видно, какие включаются, какие не включаются. В общем, прикольная вещь, можно взять поиграться, однозначно. Откладываем, выключаем, откладываем. Так, осталось 3 штуки игрушки, вот, это все для ребенка, сейчас мы на них посмотрим. Вот это я распаковывать не буду, сделано оно с виду, как бы, то есть обычный шнурочек, пластик видно сразу, что такой дешевый, простенький. Вот, ну, разукрашено довольно неплохо. Здесь, наверное, какие-то мелодии есть, на кнопочки реагировать. Я ее распаковывать не хочу, просто хочу подарить ее тоже подруге моего сына маленькой. Вот, наверное, ей оно подойдет. Вот, тоже на батарейках вот такое вот устройство, учитывая стоимость, это очень классно. То есть, ну, она с виду намного дороже стоит, потому что пластик твердый. Вот, ну вот такая вот, вот такие вот, такая вот штука. Может быть, когда вручу, если это будет, когда я еще видео не выложу, то я добавлю, как оно выглядит, как оно звучит с батарейками. Но пока так, можно визуально посмотреть, то есть я считаю, что брать можно. Далее, последние два вот такие вот штуки. Конструктор такой, да, как он тут, открыть его. Не тут что ли? Да где оно открывается? Не хочется раздирать, чтобы оно разлетелось. Вот. А смысл в чем? Смысл в том, что ты берешь вот такие вот крестики и с помощью их соединяешь вот такие вот палочки. И можно строить домик. Или там какое-нибудь крепление, поддержку для стены, для лего, допустим. Вот. Сделано все качественно, трубочки такие хорошие, причем они такие толстенькие. Вот, ну, пальцами не просто прогнуть их. Вот смотрите, я приложу усилия, они даже не прогибаются. Вон, пальцы покраснели. Они, ну так, если на изгиб они, конечно, гнутся. Но на придавливание, то есть, вот, придавил, как бы, давятся, ну, такие жесткие. И вот в них можно вставлять эти крестики и делать разные башенки и так далее. Вот, такая у нас красивая рамочка получилась, изумительная просто. Вот. Дальше. Последний товар, это вот такой вот самолет, планер такой на резинке, то есть его накручиваешь и он летит. Он тоже часто очень бывает в распродаже, часто скидки,
И я его по отдельным распродажам почему-то не покупал, не хотел пробовать даже. А вот когда $1 увидел их, думаю, ну докину в корзину. Собирать я его тоже не буду, потому что мы его потом, ну как бы мне его транспортировать неудобно. И сейчас зима, холодно. И я думаю, по весне с ребенком мы пойдем куда-нибудь, соберем его на улице и поиграем. Может быть, отдельно об этом будет видео. Вот такие вот запчасти от него идут. Наклеечки. Ага. Handler Glider. Behavioral Stickers. Behavioral Stickers. Вот. Это тоже какие-то наклейки, но они такие... А, это скотч 3М получается, двухсторонний, наверное. Вот. И второе крыло. У крыльев какие-то вот полоски, не пойми зачем еще, непонятно. Вот пластиковые вставочки дополнительные, пропеллер, то есть мы его, когда вот он здесь такой специальный, вот с такой специальной, видите, на изгибе сделан, и для того, чтобы мы могли его закрутить, он, то есть, не двигался. Мы накручиваем резинку, то есть здесь получается, и потом она начинает распускаться и уже крутит вентилятор. Вот, далее пропеллер, не вентилятор, а пропеллер. Здесь это называется пропеллер. Так, вот, и резинка сама. И. Резинка, кстати, как на закидушках у нас используют практически. И вот еще одна такая вот маленькая резинка. И тоже две запчасти. Вот, давайте посмотрим, вот как оно выглядит. Запчастям. Ну и вот здесь можно посмотреть, как его собрать. Здесь все инструкции есть. Надписи китайские, ну, в принципе, они нам и не нужны. Потому что здесь все интуитивно понятно по картинкам. Вот такая вот вещь, мне нравится, то есть нравится все, что собрано, планочка даже, планочка хорошая, без заусенков, ровненькая, знаете, бывает, планочка придет где-то здесь, скол или еще что-нибудь, и она трескается, нет, здесь планочка целая, абсолютно, и причем качественно сделана, очень-таки неплохо ее выпилили из хорошего дерева. Вот, ну, на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!